Взяли, главное, лодку с собой. На рыбалку поехали. А у нас тут... На лодке не получится поплавать. Это больше, чем два? Ну. Ой. Ой, он шевелится. Мне кажется, там он не такой сильный. Блин, не стрёмно так вообще выходить сюда. Вышли на первый лед. Хотим карасиком или ртанчиков половить. Вот, но дальше боимся пока что. Ну, вообще видно, что пузырьки, смотрите, где застыли. Ну, да нормально, да? Вот, смотрите. Больше, чем спичечный коробок, сказали, что можно выходить на этом самом, на лёде. Вон он, выходи. Пузырек сантиметров 10, блин. Спрятан. Я проверил, можно сюда идти. Че-че? Да? Грузик-то ты себе не Я зацепил? Не подцепил, зачем? Ну вот, на вот это. Потом. Вот мы лодку взяли. Плавать на лодке. А там... Похоже, что лодка не нужна. Ну все, бери, перебывай. Сначала одеваешь вкладыш. Так я так и сделал. Да? Что-то их хреново. И бесит меня что-то там. Вот. Что-то там случилось. Он, наверное, там треснул этот лед, пока бать долбил. Слушай, офигенная вещь вообще. Какая? Вот это. Ага. Горизонт держит вообще пушка. Так. Лодку берем или нет? Вот да зачем, блин? На ней сидеть можно. Ну надувать ее ради того, чтобы на ней сидеть? Да. Я тебе взял удочку, Ром. А, ты мне взял удочку. Это же батина, да? Да. Это твоя. Ты на батину будешь. Почему? Потому что ты грузик не прицепил к себе, там блин. Грузик, блин. Да его не хватает. Блин, я себя поймал. Да нахрен ты это снимаешь? Правда, он живет своей жизнью почему-то. Закрывать надо, как думаешь? Сосище. Оно все что-то там это. Тун-тун-тун-тун. Смотрите, какой подклад. Подкинул это там, да, он бил. Да, он. Это много сделали. И глубоко. Видишь, лед прогибается, вода выходит. Да. Да вон же видно это. Тут не глубоко, пап. Не, не
Надо что-то сделать. Уже трещит тут. Такой дохлик. Замерз. Так, дай-ка я уйду нахрен отсюда. Тут уже трещины пошли какие-то. Что, поплюет? Почему? Я не знаю, чем мы пришли. Чё? А чё не так? Это вот тут вот. Мы стояли, где они? Ну там. Нет, бросали. Вот тут вот куст был. Вот здесь куст был. Здесь. Вот здесь куст был. Вот тут. А мы туда бросали. Ну куда ты прешься, блин? Я хочу поснимать как-то. Там вон, видишь, трещину ты прошел, что она опять пошла. Страшно. Сейчас я вот так вот, чтобы громко. Такая у нас технология. Ловим на обычную удочку через лунку. Разместились. То где? Давайте вот там выдолбил. Так вот мы тусуемся.
Ну чё, где рыба-то? Это вот. Куда она спряталась? Я и так тихо хожу. Что-то прикормил, да? Попробовал. Оно все плавает. Ну да. Что говоришь? Я говорю, да не с паном, зимой с рыбой, да и летом тоже, не особо. Почему? А что-то мы делаем не то. Когда мы поняли, что рыба ни хрена не клюет, все начали заниматься какой-то фигней. Вот это, если что, батя. Это там. Я предлагаю собираться. Ищу рыбу. Thank you.
Ёк-макарёк. Это ударил. Нету, 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 нету. Помедленнее. Поехали домой, хватит баловаться.